У НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ. Про це лідери НАТО схвалили комуніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. У цьому рішенні вперше за останні роки щодо України вжито ті самі формулювання, що звучать і щодо Грузії. Цитата: «Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу, і при цьому план дії щодо членства буде невід'ємною частиною цього процесу», йдеться у документі. Також у рішенні жодного попереднього саміту НАТО після 2008 року не звучало таких формулювань щодо України. А от щодо Грузії, таке формулювання звучить з 2016 року. Далі ми на цю тему поспілкуємося з Олександром Коваленко. Це військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Чи можна сказати, що це, по суті, десь є великою перемогою для нашої країни, чи все ж таки ще зарано радіти? Смотря как вообще относиться к данному вопросу. В частности, Украина является непосредственным участником индивидуальной партнерской, не просто индивидуальной партнерской программы, а в целом партнерской программы «Ради мира» с 1994 года. Но непосредственно именно события 2014 года в значительной степени ускорили этот процесс, и мы пришли в так называемый ускоренный диалог. Но именно та формулировка, которая прозвучала в рамках нынешнего саммита, она действительно в отношении Украины звучит впервые. В данном контексте следует отметить тот факт, что Украина с 2014 года выполнила 292 требования относительно стандартизации своих вооруженных сил, вообще своей милитарной системы согласно стандартам НАТО, что, с другой стороны, можно назвать определенным успехом, потому что львиная доля из этих внедренных стандартов пришлась именно на период с 2014 года, а до того, мягко говоря, конь на этом месте не валялся. Но в целом это еще и говорит о том, что впереди довольно-таки большая работа для Украины, поскольку требований, которые мы должны выполнить в действительности, более 1500. То есть, грубо говоря, на сегодняшний день Украина примерно на 20% приблизилась к стандартам НАТО. Я могу даже сказать, что если кто-то верит в скорое вступление Украины в состав НАТО, по какому-то ускоренному режиму, действительно, то следует его разуверить. Это достаточно длительный процесс, он может занять еще несколько лет. Но тот факт, что непосредственно о вступлении Украины в НАТО на уровне ПДЧ уже говорят настолько открыто на уровне постоянных представителей Североатлантического альянса, то да, безусловно, это победа. Давайте будемо ось тут з вами реалістами. Пане Олександре, як вважаєте, найближчі 10 років нам світить членство в НАТО? На мой взгляд, даже не в ближайшие 10 лет. Дело в том, что Североатлантический альянс уже достаточно давно обсуждает тему своего расширения за счет новых членов в рамках так называемой визии 2030. С 2014 года, по сути, когда Российская Федерация вторглась на территорию Украины, кардинально отношение этого альянса было пересмотрено, его политика в отношении обороноспособности и внешних угроз. Хочу заметить, что нынешнее коммюнике, которое вы упоминали, оно не только касается Грузии и Украины. И тут очень интересный момент. Российские СМИ всячески старались накануне саммита отметить, что в рамках нынешнего саммита НАТО тема Украины не будет обсуждаться. Об этом писало даже такое агентство, как ТАСС, которому некий дипломатический представитель сообщил, что тема Украины не будет подниматься. То есть мы можем видеть, насколько Российской Федерации на самом деле болит тема Украины в составе НАТО. Но тем не менее, тема как Украины, так и Грузии, она поднималась. Но помимо этого, в рамках этого коммюнике
обсуждался и вопрос относительно гибридных атак, которые осуществляет Российская Федерация на членов Североатлантического альянса. И теперь эти гибридные атаки, относительно них вводится понятие пятой статьи коллективной безопасности НАТО. Помимо всего прочего, противоракетная оборона в Европе будет теперь развертываться без оглядки на те или иные взгляды Российской Федерации, на ее позицию. Ну и, конечно же, в коммюнике присутствует и элемент Чехии, который в конфликте с Москвой, ее поддержали неоднократно и отметили, что Чехия находилась в том числе и под так называемой гибридной атакой со стороны Российской Федерации. И в контексте вот этих вот угроз со стороны России для стран-членов НАТО Украина играет очень важную роль, не только географическую, да, стратегическую, тактическую. Именно в рамках визии 2030 НАТО будет расширяться и пополняться за счет именно таких стран, как Украина и Грузия. Будет ли это ближайшее десятилетие? Я уверен, что нет, поскольку этот процесс, на мой взгляд, как для Грузии, так и у Украины, может занять гораздо меньший промежуток времени. На мой взгляд, это период до 2025 года, ну или приблизительно вот в пределах 5 лет. Ще один цікавий момент. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю з закордонним ЗМІ зазначив, що наша країна щоденно більше демонструє своє прагнення стати членом НАТО, ніж країни ЄС. Чи з такою тезою ви погодитесь? Но дело в том, что многие страны ЄС сами по себе уже являются членами НАТО. Это первый момент. Второй момент. Те страны, которые в настоящее время являются партнерами ради мира из состава ЕС, ну, их вполне удовлетворяет эта позиция. Ну, например, та же самая Финляндия. То, что Украина демонстрирует, безусловно, так и должно быть. Ведь мы должны на сегодняшний день провести достаточно масштабную работу по стандартизации своих вооруженных сил. Более того, фактически все наши вооруженные силы по такой уж исторической наследственности, скажем так, являются представителями стандартизации эпохи Советского Союза. То есть у нас фактически на вооружении в основном стоит техника, которая соответствует стандартам и ГОСТам СССР. В свою очередь, это полное несоответствие стандартам НАТО именно по вооружениям. У нас и здесь колоссальные есть задачи, которые необходимо выполнять. Помимо всего прочего, еще и экономический фактор. Ведь вступление в Североатлантический альянс – это еще и определенные взносы, которые мы должны предусматривать. У нас глобальные, на самом деле, перед нами стоят задачи, которые мы должны выполнять. И я уверен, что мы их выполним в предстоящие период пятилетки, на мой взгляд, так. Но что относительно говорит того, что Украина, да, действительно делает сейчас достаточно большие, выполняет большой объем этих задач и работ, это, да, действительно правда. С 2014 года, ведь фактически до 2014 года мы только говорили о вступлении в НАТО. Мы не выполняли каких-либо требований, мы не выполняли какого-либо плана. А в период президентства Виктора Януковича вообще этот вопрос был исключительно на уровне словоблудия, чтобы им манипулировать, например, чтобы выторговывать те или иные политические либо экономические преференции у Российской Федерации и так далее. Реальная работа стала проводиться именно после того, как Российская Федерация вторглась на территорию Украины в 2014 году. Поэтому да, колоссальная работа проводится, это факт. Спасибі вам дуже за те, що долучилися до нашого ефіру, за вашу фахову точку зору. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був з нами відеозв'язком. Я нагадаю, що у НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ. Зараз знову повертаємося до форуму у Києві. «Україна-30. Економіка без олігархів». І почуємо виступ Михаїла Саакашвілі. Во-первых, я хочу действительно сказать, что
То, что президент Зеленский первый раз заговорил про олигархат, это исторический процесс, это реально никто раньше не осмелился. Это так, все знали, что слон присутствует в комнате, но все никто про это не говорил, чтобы кто-то не обиделся. И это уже смелый шаг, так же, как пусть Алексей Данилов не преуменьшает свои заслуги, потому что почему это через РНБО делается? Через РНБО это делается потому, что весь государственный аппарат, почти остальное, он настолько не приспособлен, мы говорим про МКУ, про разные органы, про правоохранители, но за исключением НАБУ ни один правоохранитель ничего не делает, за исключением на ЗК, который... И посмотрите, на кого сейчас идут нападки. На ЗК, НАБУ. Почему идут нападки? Потому что они реально делают. Мы говорим, не было ни одного отменителя приговора. 10 судей посадила НАБУ за последние несколько месяцев. 10 судей. Сколько последний раз, когда сажали в Украине судей, остальные судьи и остальные прокуроры и так далее? Это никогда один или два случая было за все там десятилетия. То есть, на самом деле, я думаю, что ларчик там просто приоткрывается, но главная проблема же в чем? Главная проблема в том, что олигархи, они, во-первых, я бы усилил этот закон так, чтобы, когда говорит, мы назначим олигарха, мы скажем, кто такие олигархи. Нет, сначала надо ввести декларировать, чтобы олигарх сам пришел, декларировал, что он олигарх. Если он соответствует признакам олигарха, и он не декларирует, надо возбуждать уголовное дело, и уже потом разбираться, и уже потом его назначать. Сначала... А вы верите в це? Скажіть, будь ласка. Это элементарно. Это одна норма закона. Активів. Одна норма закона. Поменяйте закон, и совсем другая реальность будет. Не потому, что мы будем вам назначать олигархов, они будут кричать, меня не олигарх. Нет, вы обязаны сказать, что вы олигархи. Если вы не скажете, уголовная ответственность, типа, то давайте так делать. Тогда это совсем другая, другой расклад будет. Это, потому что это раз. Второе, значит, главная проблема, что экономика абсолютно не свободна от чиновничного аппарата. Это олигархи, они часть флоры, фауны, которая полностью прогнила. Это болото. Будет эти олигархи как бы подвинуты, новые размножаются. Потому что так работает этот госаппарат. Госаппарат полностью прогнил. Госаппарат сам уже давно назначает себе олигархов, сам он их приглашает, сам он им дает все возможности, потому что они иначе не умеют зарабатывать. Олигарх — это также прокладка для государственного аппарата, чтобы деньги делать. Поэтому просто надо понимать, что если не менять госаппарат, ничего не будет. Поэтому, мне кажется, несколько вещей. Во-первых, дискрецию госаппарата. Первое, надо ввести, что все судебные проверки, все проверки бизнеса только через суд. Только через суд. Кроме там плановых проверок, которые очень незначительное количество, и они, которые заранее определены. Это надо ввести, то есть принять закон о свободе предпринимательской деятельности. Хотите освобождаться от олигархов, освободите всех основных бизнесменов. Закон про свободную предпринимательскую деятельность. Второе. Значит, согласие, если ты подал госорган на лицензию, на разрешение, которое абсолютно большинство вообще не должны быть нужны, если в течение какого-то времени тебе его не выдали или ничего не ответили, ты автоматически считаешь, что его получил. Эта норма действует где-то на маргинальных законах, но она реально не работает. Создадим механизм, чтобы она работала. Третье. Ни один документ не должен быть потребован у человека, если этот документ хранится в госорганах. Же есть же ДИА уже. У нас есть все эти органы, у нас есть все эти реестры. Чего мы гоняем этих бедных бабушек с одного угла в другой угол? Чего мы их мучаем? Чего мы там... Я вот, когда мне Зеленский вернул гражданство, на военный учет становился, по 5 инстанций ходил. Зачем? Эти все документы у них есть. Не получили гражданство, автоматически мне домой прислали. Мы вас поставили учет. Это, ну, если бы там правку надо медицинскую взять, это может быть другая история. Но все остальное, зачем бегать по комиссариатам, по районным этим и так далее получать. И четвертое. Значит, свободное движение капитала. Мы говорим про МБУ. Зачем ограничивать валютные операции? Зачем ограничивать вывод и завод денег в страну? Чему это служит? Если такая стабильная банковская система, как мы говорим, зачем мы ограничиваем? На каждые 5 тысяч долларов, там, это самое, это же... Все остальные... Давно уже в Украине образовалась параллельная система перечислений денег. Я это прекрасно знаю. Ты можешь перечислить хоть 30 миллионов завтра вот куда-нибудь, в какую-нибудь страну, без проблем, через вот эти неформальную сеть. Но, чтобы честно перечислить, нужно разрешение НБУ.
Надо немедленно отменять. Это абсолютно дебильная норма, которая тоже позволяет вот это все ограничить. И последнее. Нам нужно то, что американцы называют regulatory impact assessment. Аудит всех бюрократических актов в течение, назначить там 2 месяца, 3 месяца максимально, и все, и максимально их срезать, отменить как минимум больше половины из них. Просто отменить. Отже, почули ми виступи пана Саакашвілі на форумі «Україна-30. Економіка без олігархів». Я нагадаю, що другий день вже триває ось цей форум у Києві. Сьогодні також виступав президент Зеленський, який зазначив і пообіцяв, що правила будуть єдині для усієї України, а також покритикував попередню владу. Він зазначив, що кількість борців з олігархами росла, а з ними і кількість олігархів. На цьому все. Для вас протягом останніх 2 годин працював я, Євген Салтан. Дякую, що дивились. Live Studio День. Залишайтесь на 7-му каналі.